Скорость, дрифты, дым, стрельба и поединки – все ингредиенты хорошего боевика в Лужниках. Чтобы зритель не сомневался, росгвардеец вовсе не охранник с дубинкой, а боец элитных подразделений МВД, ОМОНа и СОБР. Спецназу Росгвардии всегда самые строгие требования – марш-броски, стрельба, единоборство, тренировки по 8 часов в сутки. Они немного пехотинцы, немного десантники и даже водолазы. А это уже не учение. Кадры спецоперации в Дагестане. Двое боевиков убиты, один сотрудник спецназа ранен. Люди в масках, чьи лица нельзя показывать. Только в этом году уничтожили 50 террористов. И тем самым спасли сотни жизней. Об этом говорил президент, поздравляя сотрудников Росгвардии с их профессиональным праздником. Вы на переднем крае в борьбе с такими угрозами, как терроризм и экстремизм, организованная преступность. На вас лежит огромная ответственность за порядок при проведении массовых мероприятий, за надежное прикрытие ключевых объектов промышленности и инфраструктуры. Даже на камере наблюдения их служба как будто не видна, но если приглядеться, мужчина упал на рельсы, сержант Росгвардии прыгает следом, чтобы его спасти. В туннеле в этот момент уже мерцают фары электрички. Прыгнул к нему, он находился без сознания. Взял его на руки поднимать. Стоящие люди на платформе помогли мне его поднять. Парк Росгвардии постоянно пополняют, и не только КАМАЗами и водометами. Есть здесь и новейшие БТРы, и вертолеты. В ростовском подразделении гигант, способный вместить в себя целую роту Ми-26. Рудонейтральный винт расторможен, ветер на запуске справа, первый, левый. Когда в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар, несколько десятков жилых домов были охвачены пламенем. Пилоты Ми-26 тушили его с воздуха. Впрочем, для них это не самая сложная задача. Часто летают в горы Чечни, Кабардино-Балкарии, чтобы доставить грузы и продукты туда, где в плохую погоду и дорог нет. Эвакуация раненых и больных, также доставка грузов в труднодоступные районы, это накладывает определенные сложности, так как полет на площадку в горной местности является наиболее сложным полетным заданием. А это так называемый летучий отряд. Сотрудники чеченского спецназа, осваивая непривычный для них климат, десантируются на Северном полюсе, доказывая, в Росгвардии только закаленные бойцы. Игорь Балдин, Ксения Николаева, телеканал «Звезда».